Всем привет! Сегодня такое солнечное. У нас уже скоро расцветут пиончики. Тишка. Тишечка. Тишка. Тишка, ты проснулся. Ярчик. Перчик. Такие цветы. Пересаживаю хризантемы. Пиончики тоже. Древовидный пион. Сейчас пойду с той стороны. Малюк, малюк. Привет, малюк. Малючок. Малюк. Перчучик. Все в сборе. Цветок этот наш полевой. Клубника вся. Цвету, красота, дождик полил, слава богу, пришел наш дождь. Вот эти шары, тепличка наша, хризантемы тут посадила. Посмотрим, какого цвета они будут. Я уже все забыла, не записала и не знаю, какие цвета. У нас цвета разные. С этим пиончиком что-то не так. Или от дождя. Он почему-то разваливается. Тонколистный пион. Непонятно. Он еще не расцвел, а уже что-то не так. Наверное, был кислый дождь. Тут уже выставила кактус. Вот это все будет, должно цвести. Вот и маленькие. Тоже видите, какие детки уже дал. Малюсенький. Розы вот в таком состоянии тоже уже скоро будут цвести. Вот наш древовидный пион вот такого розового красивого цвета. Вон уже распускается. Вот он какой большой. Он распустится, раскроется. Потом покажу, во сколько бутонов. Здесь у нас тоже пионы. Скоро распустятся. Будет очень красиво. Смотрите, три каких больших куста. Здесь вот такой цветок. Тоже как колокольчик тот. Ну, вы видели, сначала показала розовый, это более такой темно-фиолетовый. Гутей наш уже отцветает. Вот это будут гутейчики уже кисленькие. Малина Кумберленд. Распускается виноград. Вот наш виноград. Недавно обрезала, вы видели. А сейчас он уже вон в листьях весь. Трушечка сходит. Там укропчик по краю. Клубничка цветет. Лучок. Петрушечка. Все зелено, красиво. Смородинка. Вот какая она уже. Ну, это белая, она такая мелковатая, но очень-очень вкусная. По
Пойдем в тепличку. Какая у нас температура? 25 градусов. Вот был дождик, накапал. Помидорки приходят в себя. Вот я закрыла немножко травкой, она еще была зеленая, так чтобы не сильно подсыхала земля. Но она мокрая внизу, это сверху вот такая. Надо везде тут положить траву, чтобы земля не просыхала. Чесночок красивенький стоит. Вот помидорки приходят в себя. Эти помидоры я буду высаживать на поле. Так, здесь я отдыхаю в своем райском уголке. Так, что у нас еще? Клубничка тут. Здесь я посадила в этой части огурцы. Вот здесь вот такая, такая грядочка. В общем, два ряда огурчики еще не вылезли. Тут я кое-что себе приобрела. Давно хотела. Всего лишь 4 цыпленка. 3 курочки и 1 петушок. Они еще маленькие, как голуби. Живут пока тут в сетке. На ночь в коробку, в тепличку. Закрываю, они там спят. Утром рано встаю. Выношу опять сюда, под сетку. Закрывала, потому что был дождь. Сейчас открою, чтобы немножко проветрилось, чтобы они не были там в темноте. В общем, такое приобретение. Пока 4, потом будет больше. Построим небольшой сарайчик для них. И еще возьмем. Ну, до 10, не больше. Нам не нужно больше. Вот такие цыплятки. Ну что, малина тут. Чесночок. Клубничка. Земля мокрая. Здесь я посадила помидоры. Смотрите, какая груша. Сколько на ней цветочков, сколько на ней груш будет в этом году. И на этой тоже много груш. В этой стороне тоже посадила возле забора помидорки. Что еще показать? Черешня, смотрите, какая уже. Видите? Черешеньки уже какие большие. Скоро будем кушать черешенку красную, вкусную. После дождя она еще так трескается, и такая она сладкая, сочная. Вишня уже вот такая. Так. Малек. Малек. Что, малечок? Малюк, котяра, котяра, который гуляет месяцами, потом приходит. Да, малюк? Где ходил? Где был? Малючок, где гулял? Малюк. Идем покажу сирень красивую. Перчик лает со второго. Вот такая сирень белая.
здесь фиолетовая. Простая. Здесь такая сирень прикольная выросла. Смотрите, какая большая. О. И просто палка. Это вообще удивительно. Вот она, палка. Без листьев, без ничего. И смотрите. Такого я еще не видела. Малючок что-то тут делает. Так. Вот здесь тоже шары раскрываются. И он. Показала. Вот этот пиончик хочу показать. О, какой шикарный. Большой. Древовидный пион. Вот самый такой, что раскрылся. Видите, еще бутончики. А тот уже раскрылся. Такой прекрасный. Вот он. Пчелка там работала только что. Жужжит. Ну что, вроде бы все показала. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем хорошего дня и удачи. Всем пока-пока.